Каждый владелец частного гаража столкнется с проблемой, как сделать свой пол стойким к механическим нагрузкам. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. Сегодня мы расскажем о вариантах напольных покрытий для частных гаражей. Бетон легко впитывает антигололедные реагенты и технологические жидкости, что ведет к его разрушению, а плитка имеет межплиточные швы, которые быстро загрязняются. Ремонт таких полов – хлопотное и трудоемкое занятие. Европейский опыт предполагает использование абсолютно водонепроницаемых бесшовных покрытий, устойчивым к воздействию активных химических средств. Это эпоксидный двухкомпонентный состав, который наносится в два слоя при помощи валика. Поверхность предварительно шлифуется и грунтуется, а потом оба компонента смешиваются и наносятся. Преимущество этого материала еще и в том, что вы можете колеровать его в любой цвет по РАЛу. Так вы получите не только эксклюзивное дизайнерское решение, но и, например, можете покрасить пол в цвет вашего автомобиля. Покрытие может быть как матовым, так и глянцевым. А при помощи кварцевого песка мы можем обеспечить лучшее сцепление колеса с поверхностью. Как вы поняли, данное покрытие имеет ряд преимуществ перед обычным бетоном и плиткой, так как водонепроницаемо, устойчиво к воздействию химических веществ и абсолютно не имеет швов.